брасом, баттерфляем, вольным стилем. Совершенно по-разному омские пловцы достигали победы. В бассейне «Пингвин» с 29 по 31 октября прошли чемпионаты первенства Омской области по плаванию. Около 200 спортсменов из центров олимпийской подготовки, спортшкол и других образовательных учреждений 3 дня оспаривали первенство на короткой воде. Все это – глобальная тренировка перед чемпионатом России. Здесь участвуют лучшие пловцы Омской области, представители нескольких бассейнов. Бассейн «Авангард», бассейн «Пингвин», бассейн «Матрос». Эти соревнования являются отборочными на первенство чемпионат России. Есть дети, которые рвутся в бой. Я думаю, что они достигнут тех результатов, которые запланировали они и их тренеры. Программа областных соревнований включила все известные виды спортивного плавания. Были и 100-метровка баттерфляем, и 200 метров брасом, 2 круга на спине и 1,5 километра вольным стилем. Обладатели разрядов и мастера спорта основательно проверили свою форму и готовность к более серьезным стартам. Это такое этапное соревнование, но оно важно именно для того, для популяризации плавания прежде всего, для проверки тех сил, которые ребята в своем тренировочном процессе достигли. Все участники с титулами и без борются на областном чемпионате за быстрые секунды. Кто-то мечтает о большом спорте, а кто-то о прогрессе в своих достижениях. Но ни то, ни другое невозможно без упорных тренировок и многокилометровых проплытых дистанций. Это, во-первых, очень важное для нас соревнование, потому что время пришло, и надо выполнять разряды, надо плыть очень хорошо для нашего года. Тренировались упорно, усиленно, старты, повороты, в режиме, готовились к соревнованиям на полную катушку. До соревнований в «Пингвине» сборная Омской области выиграла 29 медалей и заняла 3-е место на чемпионате Сибирского федерального округа по плаванию. Чемпионы Сибири из Омска блистали и в домашних стенах. Вскоре эти же сильнейшие пловцы выступят на чемпионате России в Казани.